Привет всем искюшникам. Панки хой. Харыжа тут со мной. Сегодня мы, ребята, будем чудеса творить автозвука. Надеюсь, вы уже мой курс там для чайников досмотрели. На Юре мы на делике там тренировались. А сейчас мы будем с помощью нашей кисы сводить мидбас к ВЧ. С помощью ВЧ мы, точнее, будем нашлифовать нашу бас-гитару. Скажи, что сейчас за чушь несешь? Вот. Это не чушь, это реально так. Есть такой вау-эффект. Мы, короче, с Кришкиным... Я тут эту малинку кушаю, пока готовлюсь. Вот, с Димой Кичкиным обсуждали. Дима Кичкин у Subaru Forester, эскюшная машина. В АМТ он там доминирует, ездит. Громкая машина, ну, короче, не лох, музыки далеко. Вот, мы, короче, с ним обсуждали и пришли к выводу, что вообще надо к ВЧ все сводить в идеале. Но проблема была в том, что не слышно. Вот, а сегодня я ехал в машине, вот это вот, как оно, горизонтальное сведение пробовал, залинковал левую часть, двигал. Ну, короче, баловался с твиттерами. И обнаружил пипец такую вещь. Заиграл трек один. Сейчас идем, пойдем машину послушаем. Валит там бас жестко. И я в этот момент почему-то, не знаю, двинул ВЧ твиттер на 2 сотых. Куэк. Мидбас от двери чуть поднялся до низкочастотной составляющей наверх. Я еще оп. Ну, в точку СЧ встал вообще идеально. То есть, понимаете, на 4 сотых изменения ВЧ-шки, сколько, 2 сантиметра, наверное, бас кардинально меняется. Сейчас послушал треки Эмовски и так далее, вот эти оценки были у меня более низкие. Дебашься бриллианты, там бас не такой хороший, один голос только шикарный. Вот, ну вот эта детальность бас-гитары, образ контрабаса и так далее возросла. Вот эта басуха стала вот так вот, то есть вообще как бы с наших теоретических вечеров выводы делали, что вообще бы идеально сапку ВЧ сводить, поэтому такого уровня не достиг. Но пойдемте в машине, сейчас покажу вам, что я имею в виду. Все, я перекусил, погнали работать. Продолжим. Музыка знакомая. Цари за окном горят почти целый день. Короче, на Яндекс.Музыке, если вы еще модик с нашего телеграма канала поставили, где HQ+ идет, фафлаки в Яндексе, это вообще пуха. Короче, сделали чуваки, не знаю кто, обработку Виктора Робертовича Цоя. Последние альбомы выпустили. Там очень офигенная музыка сделана, вычищенная прям. Вот, и на этом треке я уже вроде свел, езжу, все колбасит, валит. Ну, слышу сибилянтов. Что такое сибилянты, вот понять. Вот хотите узнать, что такое сибилянты? Воцепляй, блядь, два зуба сломал, за так поет. Включаете Цоя. Слушайте именно этот альбом, и если у вас не досведены на 4 сантиметра, на 3 сантиметра ваши ВЧ-шечки, то вы получите сибилянты. Давайте сейчас попробуем изобразить, послушать. Так, я переворачиваю камеру, и вот у меня предфинальные были настройки твиттера 4.96 левый задержка миллисекунды и 3.42 правый. И нам теперь надо вышлифовать систему в идеале. Давайте послушаем эти вот альбомы. Надеюсь, услышно будет. HQ+, во флаке. Сейчас я на паузу. А, вот. И в таком духе начинаю прислушиваться к женским другим голосам, вокалам, понимаете, и я улавливаю уже смысл вот этими ушами, что такое сибилянты, что какие, дальше нужно принять решение, что ты делаешь, как сводить. Мы же сводили референс, это основа у нас СЧ были уложены, к ним мы подводили мидбас по розовому шуму, да, уложили туда в СЧ, потом мы по генератору подтягивали ВЧ к СЧ. И, в принципе, более-менее играла, машину уже можно сдавать, отдавать, брать деньги,
человек будет доволен, но хочется всегда большего. Вот, потом я вам объяснил уже в следующем видеоуроке, как низы откалибровать и проблемы. А повышение было материала, сегодня он появился. Итак, я сегодня что делаю? Я начинаю в левый канал Твиттера. Ой, это не Твиттер. Вот Твиттер. Было 4.96. У меня играет сой. Постепенно начинаю давать. Оп. Сибилянды пропал, и горло стал чище. Да, нифига себе, офигенно. Ну, так и оставил, катаюсь до сегодняшнего дня. А сегодня, ну, я случайно обнаружил вот такой вот эффект. Ну, в принципе, ехал в дороге, заморачивался все сибилянтами, то есть сводил, там, двигал на 0,02 твиттеры. Больше всего на музыку они, зараза, дают реакции, чем если ты двинешь на 0,02 мидбас, вообще никакой разницы. Если на серединке, тоже там неощутимо очень чуть-чуть сибилянты, только по ВЧ в розовом шуме вылезет. Короче, нашел сегодня вот такой вот трек. Вот. Все его себе качайте. Masked Wolf, E-Gazed, DDG. Давайте его послушаем. What you know about rolling down in the deep when you... Короче, вот этот еду. Ебать, качать. Короче, а в этот момент двигал твиттер. И с 4.96 на 5 у меня была точка. Я такой 4.96. Ну дай-ка послушаю на низкочастотной колбасе, что такое было. И также сегодня же этот разговор с Димой нашим крутился в голове. Двигаю твиттер. Уяк, происходит волшебство. Мидбасовая часть от двери. Вот в районе низкий, вообще, я не знаю, там ниже 60 Гц, но хуяк, за два шага поднялась и вот сюда уложилась. Так, думаю. И такой смотрю меня, ну, я уже розовый шум наслушался, я чувствую, что вот так вот бас, вот эта низкая часть. Панчево это высоко. Начинаю. Ага. То есть уже по ощущениям, надрочившись на розовом шуме, я понимаю, что у меня здесь отлично. Ставлю 5.02. То есть от моих настроек от 4.96 это сколько в сантиметрах? Давайте посмотрим. 5.02 миллисекунды. А на правом уже ощущаю то, что как вот здесь должно быть. Начинаю тут шевелить. Даю всего лишь 0,2. Ну, один оборочек. И бас. Нижняя часть отсюда сюда улетает. И пипец. И получается совершенно другая картина. Вот наша сцена. У меня низа в двери вообще нету для моего уха. У меня вот все вот здесь. Вот, и низкочастотный бас, и среднечастотный бас. Ну, низкий это там 45, 50 и так далее. 60, 80. Тоже все здесь. Сотка здесь. Блин, я, короче, в шоке. Вот сейчас я вам видеоуроки записываю. Теперь давайте послушаем еще раз. Ну, ничего слышно не будет, конечно, на телефон записывая. Но и надо валить. What you know about rolling down in the deep when you... Короче, трек огонь, всем его качать, слушать, как у вас в вашей системе играет, где бас. Вот таким вот, блин, я в шоке, вообще не понимаю, как твиттер из таких частот, блядь, может на бас так влиять. Ну вот скажите, вот как это микрофоном вы заметите? Да никак, никак. Вот, лучше микрофон, главное просто работать уметь. Так, и чего к этому делу же, соответственно, включаю. Сабик наваливаю на громкости, тоже его шевелю, но сабик стоит нормально, у меня рычит бас-гитара. Пока я вот максимум выжил, довольно сижу, послушаю все свои пресеты 4 на розовом шуме. И свой прогресс реально вижу как бы по им, поэтому тоже пользуйтесь, пожалуйста. Да, и сибилянтов над свой нет, потому что мы уже отследили его и понимаем, где они находятся. Давайте сейчас Цоя послушаем, проверим, мне интересно. Да,
Так, счастье, все в порядке, ничего не нарушилось. То есть, какой у нас ход конем получил? Вот этот твиттер я не довел, потому что сводил по синусу. Но это пристрелочный, потому что, ну, синус, он одна частота, а розовый шум это все. И тут где-то баланс надо поймать, поэтому не пристрелялось по синусу. Но потом это уже вы попадаете в предтоп, а дальше уже вот такие вот ходики интересные делаете и попадаете, возможно, в топ. Не знаю, поедем на SQC 3 августа в городе Санкт-Петербург, посмотрим. Да, хочу сказать, мы заметили, мы до сих пор не разговаривали про эквалайзер. Эквалайзер зло. Ни разу я еще не сказал. Все, всем пока, обнял. Короче, если хочет кто с Питера, у кого есть железо Red Power, можете со мной связаться, встретимся, поработаем вместе. Вы мне везете хорошего и хорошее настроение. Приезжайте на своей машине с мышкой, с материалами скачанными, подготовленный. То есть все у вас установлено. Мы с вами садимся, работаем, снимаем контент. Я вам объясняю. В контенте показываем, поняли ли вы. Я думаю, что эффект будет. На Юре вот такой эффект до сих пор. Там такой исключник теперь мощный. Вот, и если все получается, ну, в любом случае, пузырь остается у меня. Если у нас получается, все получают классный контент, вы получаете музыку, вы получаете знания. Ну, и все, все расходимся. А если не получается, возможно, найдем какие-то проблемы. С каждой системой понятно, что есть проблемы, машина сложная, инсталл тоже не все позволяет, поэтому надо максимум уметь вытягивать. То есть, если мы понимаем, что у вас максимум выжат, ну, и почему-то... то по железу, возможно, тоже будут какие-то рекомендации. Все, обнял, пока.